Добрый день! Испечем заливной пирог. Такие пироги просто и быстро готовить. Любят их как взрослые, так и дети. Очень вкусный и сытный пирог. Отличный вариант для закуски или ужина. Особенно если подать с бульоном. Для приготовления 2 яйца слегка взбиваю миксером. Добавляю 130 грамм кефира и 220 грамм сметаны. У меня сметана 15% жирности. Пол чайной ложки соды, 1 чайную ложку сахара и 1 чайную ложку соли. Хорошо взбиваю. Добавляю 250 грамм муки и замешиваю. Получается тесто, как на оладьи. Режу кружочками 3 сосиски, весом около 150 грамм. Всыпаю их в тесто. 100 грамм твердого сыра тру на крупную терку. Тоже всыпаю в тесто. Добавляю 1 столовую ложку мелко нарубленного укропа. Черный перец по вкусу. И перемешиваю. Форму 20 на 20 сантиметров застилаю пергаментом и выкладываю тесто. Сверху посыпаю кунжутом и отправляю в заранее разогретую до 180 градусов Цельсия духовку. Пирог выпекался 50 минут. Очень пышный и румяный. Немного остужаю его и нарезаю на порционные куски. Пирог хорошо пропечен, мягкий, ароматный и очень вкусный. Приятного аппетита!